приехал грейдер. Вот у нас разравнивает песок. Это Женя Долгов дал машину, и за это ничего не берет. Попробуй найми. Вот. Батюшка на машине меня ищет там, а я здесь, там, где наши работают. И привез аппарат. Вот видишь, как все меняется. Вот он побыл, я поблагодарил батюшку. Романа где-то нет сегодня. Вот он пятится опять назад. Вправо нельзя, тут загородка. Это обвал, это возвышение сделали. Влево, а тут видно, он блестит, вода, озеро. Песок-то весь, вот он где. Как сходит. Как он хочет что-то другое сделать, пока не знаем. Делает разворот. Видимо, так ему лучше. Вот он вперед. Вот так ломает машину. Видимо, он решил задом развернуться. Ой-ой-ой, как он будет ломать машину свою. Вот Игорь комбайн свой выводит, проехать надо сбоку. Этот почему-то развернулся, другой стороной пошел. Я ничего не понимаю, они специалисты. Директора его назвали агрономом, так это, говорит, корона с него летит. Он обиделся до того, что агрономом назвали. А раньше говорили агроном души. Вот он. Видишь, там мой ящик, что проехал комбайн. Ну, потеряете. Такое движение открылось. Да. Ну-ка. Алешин козел тут ходит. Игорь Барабаш. Бога, молись.
как поднимает его, интересно, переламывает. И далее бегут. Это вот мы напротив дома, напротив Глининой горы. Вот здесь он песок развозит. Вот так. Хорошо. Это так называемый мамрийский дуб напротив Глушкова. Ну а там, видать, моя балерина. Это тестовес. Зачем он разворачивается, непонятно. Деревяшку захватил, тащит. Последний делаем шаг. Растаскивает песок. И на этом конец.